Следующий типаж – это натурал-романтик. Их мало. Их мало, ну, не так часто они попадаются. И знаете еще почему? Я, как представительница этого типажа, раскрою вам страшную тайну. На самом деле, когда вы заметили, наверное, эту особенность, лица изначально абсолютно угольные очень часто стремятся себя смягчить. А вот лица изначально абсолютно мягкие, такие как натуралы, романтики, они всячески стараются внести угол. Вот понимаете, им кажется, и мне в молодости, в юности казалось, что угол... Вот всегда хотелось сделать угол в бровях, внести угол в глаза. То есть, потому что абсолютно все мягкое, и тебе кажется это некрасивым. Поэтому часть романтиков-натуралов или натуралов-романтиков мы не видим по причине того, что это остается, ну, скажем так, незаметным из-за старательной маскировки.